Здравствуйте, с вами вновь Александр, и давненько я не рассказывал вам о детских автомобильных креслах. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать о детском кресле от компании Joy. Модель называется Stages. Сегодня я вам расскажу, что это за кресло, какой группы, как оно крепится, и вообще немножко поговорим о нем. Так что давайте посмотрим. Собственно, вот кресло Joy Stages. И насчет групп. Это кресло предназначено для детей с рождения до 25 килограмм. Это где-то до 6-7 лет приблизительно. И я вам сейчас покажу, как, что здесь есть для новорожденного, для чуть-чуть подросшего, для уже ближе к 25 килограммам ребенка. И начнем мы его изучать с вами как для новорожденки. Что здесь для этого есть, и посмотрим, как оно крепится. Что для этого нужно? Для начала нужно кресло поставить в самое лежачее положение. Делается это очень просто. С помощью здесь, вот на передней части есть кнопочка. Перевели в лежачее положение и развернули против хода движения. Потому что новорожденный ребенок едет только таким образом. Вот, чтобы облегчить себе проводку ремня, на некоторое время нужно будет вытащить мягкий вкладыш для новорожденного. Берем ремень. Ремень в автомобиле, чтобы вам же было проще, вытащите полностью до самого конца. После чего пропускаем часть ремня, которая идет снизу, вот здесь. Ремень проходит под ребенком, сверху будет вкладыш, поэтому ремень никак не касается ребенка. Все, вытащили. После этого в специальных направляющих проводим ремень сзади. И дальше уже пристегиваем к автомобилю. После чего обязательно рекомендую вам весь ремень немножечко подтянуть, чтобы прикрепилось кресло как можно плотнее. После чего берем обратно и вставляем вкладыш. Вот, как я и говорил, ремень находится под вкладышем, и ребенка он не касается, собственно, никак. Собственно, теперь вы знаете, как крепится это кресло для новорожденного ребенка. Запомните, исключительно против хода движения, и все. После того, как ребеночек у вас подрос ориентировочно до 9 месяцев, кресло нужно будет развернуть. Вкладыш для новорожденного ребенка. Вот, собственно, сам вкладыш. На мой взгляд, качественно очень исполнен. Мягенький, приятный. Ткани тоже тактильно приятные. Вот. Но ребенок подрос, убираем его. И сажаем уже ребенка, собственно, в кресло без вкладыша. Ребенок сам будет крепиться в дальнейшем у нас уже после 9 месяцев пятиточными ремнями. Кстати, здесь есть мягкая накладка на ремешочек в паховой зоне ребенка. Это здорово. Давить ему не будет. Вот. Это крепление будет актуально для ребенка приблизительно до 3 лет. Когда ребенок достигнет, короче говоря, где-то метра роста, тогда уже в эти ремни он перестанет помещаться. Кстати, по поводу регулировки тех самых ремней, осуществляется это все элементарно. Вместе с подголовником растут и ремни. Не нужно отдельно ничего делать. Очень удобно. Вот как это выглядит. Вот. Как вы видите, кресло очень объемное, и места здесь реально много. Когда ребенок уже подрос, ремни здесь нужно будет убрать, не демонтировать, заметьте, а именно убрать. Здесь снизу под добивкой есть специальные ниши, куда эти ремни можно будет спрятать. Таким образом вы их никогда не потеряете. Для второго ребенка будет еще у вас все на месте, никуда не денется. Вот. Потом, когда уже ребеночек
не помещается, демонтировали ремни и крепим уже более взрослого ребенка ремнями взрослыми. Соответственно, покажу вам, как сам ребенок крепится, а потом уже и как кресло. Ну, заодно вы сейчас поймете, когда ребенок вырастет уже больше 100 сантиметров, это приблизительно 3 года, само кресло уже никак не крепится к автомобилю. Вы поставили кресло, посадили ребенка и взрослыми ремнями через специальные направляющие. Сейчас я покажу вам. Через специальные направляющие крепится к автомобилю. То, что кресло не крепится к автомобилю, этого пугаться не надо. Это никак не сказывается на безопасности. Вот, собственно, вот так будет крепиться ребенок, уже более взрослый. Вот. И теперь давайте я вам покажу, как само кресло крепится, когда ребенок достигнет возраста 9 месяцев, и вы развернете его вперед. Здесь тоже ничего сложного. Так что давайте этот момент посмотрим более внимательно. Так, смотрите, что нужно для того, чтобы прикрепить кресло, когда уже дорастете до 9 месяцев. Все тоже очень просто. Нужно вытащить ремень, желательно на максимум. Здесь сбоку есть большое отверстие. Нужно ремень пропихнуть сюда, приподняв немножечко обивку, мы просовываем ремень. Просовываем его на другую сторону. Просовываем его на другую сторону. С другой стороны мы его достаем. Сразу же защелкиваем. И обязательно не забудьте натягивать ремень, чтобы вот нижний он был полностью натянут. Все, натянули ремень. И здесь с краю есть специальный натяжитель ремня, он всегда обозначен красного цвета. Отодвигаем его, просовываем туда и отпускаем. После чего хорошо пытаемся всю систему эту натянуть. Из-за того, что система натяжения срабатывает, ремень сюда натягивается, а обратно нет. Из-за этого мы получаем, вот смотрите, в принципе, полностью кресло поднимается вместе с детским креслом. Вот эта система натяжения очень классная вещь. И благодаря ей кресло становится очень здорово. Поэтому вот так оно крепится для подросшего ребеночка с 9 месяцев. Собственно, теперь вы видели, как это кресло устанавливается в автомобиль, как для новорожденного, как для первой категории, как и для второй категории. Поэтому здесь мы закончили. Хочется сказать, уделить внимание немножечко тканям. Мне здесь ткани очень понравились, они тактильно приятные. Здесь по бокам установлены сетки, и также в самой боковой части сделаны круглые отверстия, такое своего рода как сито. И это дает хорошую вентиляцию, микроклимат создает для ребенка в летнее время. И вообще в целом мнение о кресле, о его качестве мне очень понравилось. Кресло очень хорошо и качественно сделано, ничего не скрипит, хорошо подогнаны все зазоры, нету справа там большой зазор, слева маленький, все четко и ровненько. Вот, поэтому претензий к качеству у меня у этой модельки нет, по эргономике, собственно, тоже. Мне кажется, очень интересный вариант для тех, кто хочет купить на достаточно долгий период кресло. Я думаю, что стоит обратить на него внимание. И оно, в принципе, и крепится тоже очень просто и, главное, надежно. А что касается безопасности этого кресла, кресло получило все необходимые сертификаты и поэтому соответствует требованиям по безопасности. И это значит то, что этому креслу можно доверять ребенка. Причем смело. Вот. И, в принципе, все, что хотел рассказать вам о этом кресле, я, собственно, рассказал. Выбор, соответственно, как всегда, за вами. И я хочу поблагодарить в заключение магазин «Мир автокресел», который любезно предоставил нам для обзора это кресло. И если этот ролик вам вообще был полезен и интересен, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео и, собственно, удачи вам и всего доброго!